Рецепт приготовления домашних бургеров с говядиной и помидорами, запеченных в духовке на гриле. Традиционный рецепт приготовления домашних бургеров с говядиной, но с добавлением помидоров, которые усиливают и меняют их вкус. Домашние бургеры имеют ряд преимуществ. Их быстро готовить, они очень вкусные и, кроме того, это здоровая пища. Если приготовлены из хороших сортов говядину, это блюдо, которым будет наслаждаться вся ваша семья. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Почистить и мелко нарезать лук, нарезать вяленые помидоры, булочки разрезать пополам и подрумянить в тостере или в духовке сторону разреза, смешать фарш, лук, яйцо, помидоры, тмин, кайенский перец в миске и хорошо перемешать руками, разделить смесь на 4 части и сформировать круглые котлеты, хорошо их при этом размять, чтобы они не развалились во время приготовления. Для этого можно поставить их в холодильник на час, перед тем как готовить, разогреть гриль до среднего, готовить котлеты на гриле в течение 5-8 минут с каждой стороны, разогреть гриль до максимального, сверху на котлету положить сыр и слегка посыпать кайенским перцем и готовить еще 2 минуты. 2. Смешать кетчуп и горчицу, и положить сверху на каждую котлету по ложке смеси кетчупа и горчицы, сверху положить лист салата и положить это все в разрезанную булочку, сразу же подать на стол. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество, далее. Говяжий фарш, 500 грамм, лук, 1 штука, яйца, 1 штука, вяленые помидоры, 6 штук. Тмин 1 чайная ложка, кайенский перец 1/4 чайных ложки, булочки 4 штуки, твердый сыр 50 грамм, горчица 1 столовая ложка, кетчуп 3 столовые ложки, салат 50 грамм, соль по вкусу, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До новых встреч!